Канавала Джайо Гири Варадари, Джайо Гири Варадари, Джагупи Джанавала Джайо Гири Варадари, Джайо Гири Варадари, Джая Гупи Джанавала Джайо Гири Варадари, Джайо Гири Варадари, Джая Гупи Джанавала Джайо Гири Варадари, Джайо Гири Варадари. Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана, Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана, Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ванначари, Ямуна Тира Ванначари, Ямуна Тира Ванначари. Джаю Рада Мадава Кунджа Бихари, Джаю Рада Мадава Кунджа Бихари, Джаю Рада Мадава Кунджа Бихари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Прабхупад, 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 Прабхупад,
Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Нараянам намаскритям нарам чайва нароттамам деви сарасвати вьясам тато джаят мудираят наштапраеш абхадришу найтим бхагавата севая бхагавате утама шлаке бхактир бхавати наиштики. Итак, мы с вами продолжаем чтение Шримад Бхагаватам. Первая песня, 9 глава. Стих у нас сегодня с вами 41. А как у нас глава называется? Молодцы, правильно. А погромче можешь что-то сказать? Джай. Спасибо. Итак, санскрит. Муни гананри паварая санкулеанатха. Муни гананри паварая санкулеанатха. Давайте еще раз. Муни гананри паварая санкулеанатха. Садаси юдхиштхира раджа суя эшам. Саддаси юдхиштхира раджа суя эшам. Арханаму папедае и икшаяйо. Арханам упадая икшаяйо. Мама дриши гачара экша авир атмаха. Мама дриши гачара эша авир атма. Давайте еще раз почитаем. Муни гананри павария санкулеанатха. Муни гананри павария санкулеанатха. Садаси юдхиштхира раджа суя эшам. Садасья юдхиштхира раджа суя эшам. Арханаму папеда икшайо. Арханам упапеда икшанио. Мама дриши гачара эша авир атма. Мама дриши гачара эша авир атма. Кто-то прочитает? Муни гананри павария санкуле анатха. Садаси юдхиштхира раджа суя эшам. Садасья юдхиштхира раджа суя эшам. Арханаму падеша икшанио. Арханаму папеда икшанайо. Мама дриши гачара эша авиратма. Мама дриши гачара эша авиратма. Еще. Муни гананри павария санкуле анатха. Садаси юдхиштхира раджа суя эша. Садаси юдхиштхира раджа суя эша. Арханам упапеда икшанио. Мама дриши гочара эша авиратма.
Мама дриши гачараеша виратма. Матаджа. Муни ганандри паварья санкуле анатха. Даси юдхиштхира раджа суя эша. Садаси юдхиштхира раджа суя эша. Арханам упапедаикшанио. Арханам упапедаикшанио. Мама дриши гачараеша виратма. Спасибо. Пословный перевод. Мунигана. Великие мудрецы. Нрипаварья. Великие цари. Санкуле. В собрании. Антахасадаси. Совет. Юдхиштхира, император Юдхиштхиры, Раджасуи, царское жертвоприношение, Эшам, всех выдающихся людей, Арханам, поклонение, Упапеда, получил, и Икшаниях, объект внимания, мама, мое, дриши, зрение, гочараха, в поле, эшахавих, лично присутствует, атма, душа. Литературный перевод его божественной милости Ачаба Гдивиданта Свами Шрила Прабхупады. Нарарасуя Яги, жертвоприношение, которое устроил Махараджа Юдхиштхира, собрался весь свет ученых и царей со всего мира. На этом великом собрании все поклонялись Господу Шри Кришне, как высшей личности Бога. Я присутствовал при этом и вспоминаю об этом событии, чтобы сосредоточить свой ум на Господе. Комментарий. Победив в битве на Курукшетре, Махараджа Юдхиштхира, император всего мира, совершил жертвоприношение Раджасую. В те времена император, взойдя на трон, заявлял о своем превосходстве, посылал коня бродить по всему миру. Тем самым он бросал вызов всем прочим царям, и любой правитель или царь мог свободно принять этот вызов и без слов выразить свое согласие или несогласие, повиноваться верховной власти этого императора. Тот, кто принимал вызов, должен был сразиться с императором и в бою доказать свое превосходство. Побежденный противник должен был расстаться с жизнью, уступив свой трон другому царю или правителю. Итак, Махараджа Юдхиштхира тоже бросил всем вызов, отправив таких коней по всему миру, и все правители и цари мира признали его власть и назвали его императором мира. После этого все вассалы Махараджи Юдхиштхиры были приглашены на великое жертвоприношение Раджасую. Такие церемонии требовали миллионных затрат и были не по плечу мелкому царьку. Сейчас, в век Кали, такие церемонии невозможны, потому что они слишком дорогостоящие, и провести их в нынешних условиях очень трудно. Кроме того, невозможно найти опытных жрецов, которые могли бы взять на себя обязанности по проведению этой церемонии. Итак, получив приглашение, все цари и великие мудрецы со всего света собрались в столице Махараджи Юдхиштхиры. Были приглашены представители всех научных кругов, великие философы, знатоки религии, врачи, естествоиспытатели и великие мудрецы. Иначе говоря, общество в то время возглавляли брахманы и кшатрии, и все они были приглашены на это собрание. Вайшхи и шудры не играли в обществе заметной роли, поэтому в данном стихе они не упоминаются. С тех пор в обществе произошли большие перемены, и потому критерии значимости людей в зависимости от рода их деятельности в нем также изменились. На этом великом собрании взгляды всех были обращены на Господа Шри Кришну. Все хотели видеть его,
и смиренно выразить ему свое почтение. Вспоминая об этом, Хишмадева радовался тому, что Господь, которому он поклонялся, личность Бога, предстал перед ним в своем истинном облике. Таким образом, медитировать на Верховного Господа значит медитировать на Его деяния, форму, игры, имя и славу. Это легче, чем медитировать на безличный аспект Всевышнего. В Бхагавад-гите 12.5 ясно говорится, что медитировать на безличный аспект Всевышнего очень трудно. Практически это даже не медитация, а бессмысленная трата времени, поскольку желаемые результаты достигаются крайне редко. Преданные же медитируют на истинную форму и игры Господа, поэтому им легко приблизиться к Нему. Об этом также говорится в Бхагавад-гите 12.9. Господь не отличен от своих трансцендентных деяний. В этой шлоке указывается на то, что когда Господь Шри Кришна действительно находился в человеческом обществе, особенно во время сражения на Курукшетре, его считали величайшей личностью того времени, хотя могли и не признавать в нем верховную личность Бога. Распространенные утверждения о том, что после смерти великого человека ему начинают поклоняться как Богу, вводят людей в заблуждение. Поскольку после смерти человек не может превратиться в Бога, так же, как личность Бога не может быть человеком, даже если он находится среди нас. Обе идеи ошибочные. Идея антропоморфизма не имеет отношения к Господу Кришне. Ом анджана тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум налитам яна тасмай ши гураве намаха ши читанья манобхиштам стхапитам яна бутале своям рупах кадамах ям дадати сва падантикам вандыхам ши гурух ши юта падакамалам ши гурух вайшнавам ща ши рупам саграджитам сахганата ругунатхаитам там садживам Садвайтам Саватхутам Париджана Сакхам Кришна Читанья Девам Шри Рада Кришна Пада Сахагана Лалита Шри Викшакха Витамшча Эй Кришна Каруна Синдху Дина Бандху Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радханд Канта Намустуте Тапта Канчина Гауранге Рада Вринда Ванешвари Вришабану Сута Деви Пранамами Хари Прие Ванча калпатарупьяща, крипа синхупяевача, патита нам паваны пхе вайшнави пхе намонмахам. Джайши Кришна, читанья прабу нитянанда, шьядвайта гададхара шива садигаура бхакта вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. На Раджасуе Яге, жертвоприношение, которую устроил Махараджа Дхишхира, собрался весь свет ученых царей со всего мира. На этом великом собрании все поклонялись Господу Шри Кришне как высшей личности Бога. Я присутствовал при этом и вспоминаю об этом событии, чтобы сосредоточить свой ум на Господе. Итак, у нас идет группа стихов перед уходом деда Бхишмы. Следующий стих тоже будет последний из его фраз, 42 стих, о том, что теперь я могу видеть Господа, который стоит передо мной. Я уже поднялся над ложными представлениями о двойственности, осознавая, что Он пребывает в сердце каждого, даже в сердце спекулятивных мыслителей. Он в сердце каждого. Можно по-разному видеть солнце, но оно одно. И далее будет говорить Сута Госвами уже о том, что дед Бхишма с улыбкой на лице, созерцая Господа, оставил это тело. Давайте попытаемся сейчас из этого стиха, который мы с вами прочитали, выделить моменты, которые вы услышали, когда мы читали литературный перевод Шрилы Прабхупады. Что это было за событие и в чем оно было важным и актуальным в данном случае? Кто что услышал? Поделитесь, пожалуйста. Что за событие производил Юдхишхира? Да, пожалуйста. Была произведена определенная яги, которую в наше время невозможно произвести. Так.
Итак, была совершена яги. Кто присутствовал на этой яге? Кого пригласили? Великих царей, мудрецов, знатоков, Кришнам. Да. И кому поклонялись на этой церемонии? Кришне. Я присутствовал при этом и вспоминаю об этом событии, чтобы сосредоточить свой ум на Господе. Какие мысли у вас возникают по этому поводу? Да, пожалуйста. Все великие цари этого мира, они поклоняются Кришне. Да, спасибо. Еще какие мысли возникают? Можно медитировать на Кришне. Замечательно. Можно более сфокусировать на этот момент, на эту фразу. Она порой у нас часто используется в нашем общении, в нашем обращении. А как вот медитировать на Кришну вот здесь вот можно? Пожалуйста. Предаваться. Предаваться, хорошо. Концентрировать внимание. У кого еще какие идеи есть? Повторять его имена. Так. Она про форму, что надо сконцентрироваться, и деяния. На деяниях, на форме. Спасибо. Угу. А я вам проще скажу. Нужно участвовать в церемониях, которые связаны с Господом Кришной. Да? Там это будет все включено. И дед Бхишма нам делает подсказку, что если вы где-то участвуете, а на церемониях по освящению наших духовных братьев, сестер, на вивах и ягьях. Почему нужны эти самскары? Для того, чтобы поставить точку, вот я виваху провел, теперь точно брак у меня будет твердый, устойчивый, галочку поставил. В чем суть этих жертвоприношений? Чтобы в конце жизни, как Бхишмадева, вспомнить Кришну. Совершенно верно. Присутствовал на этом жертвоприношении. Да. И мы часто говорим в нашей повседневной деятельности, вот Майя меня таскает из стороны в сторону, плющит, раскатывает, не знаю, что делать со своими привычками и так далее. Ответ какой? Надо замещать деятельность, наши отрицательные самскары, чем? Благоприятными самскарами. Да? И вот одна из них, дед Бхишма нам подсказывает. Яркая самскара, жертвоприношение, но оно не просто жертвоприношение, да, благоприятное. Это же может быть в обрядовую деятельность все свернуться. Как я уже говорил, галочку поставил, ребенок родился, тоже провели ягью, зернышко положили там и так далее, последовательность. И потом с отчетом Господу Кришне приходим и говорим, вот отчет, давай плоды. Речь не в этом, да, речь о чем, что... Кого за этим надо все видеть? Кришну. А где в Бхагавад-гите Кришна говорит, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что я есть жертвоприношение, я есть то, что приносится в жертву, я есть то, кому посвящается жертва. И если мы таким образом будем проецировать нашу жизнь, то она будет успешна, это факт. Хорошо, теперь давайте перейдем к комментарию. Кто что услышал, комментарий был длинный Шрилы Прабхупады. Он состоит, ну, во всяком случае, для себя три части выделил. Может быть, кто-то более детально, более внимательно слышал, еще что-то видел. Давайте поделимся между собой. Кто что услышал в комментарии Шрилы Прабхупады. Я понимаю, текст длинный, с утра услышать комментарий, но... преданные удивительные личности. Да, пожалуйста. Мне больше понравилось то, что в конце, ну, более мне как-то близко про состояние брахмана, то, что не нужно, что это трата времени, излишняя трата времени ощущать состояние брахмана, пытаться его понять. Угу. Отозвалось, что не нужно тратить время на отождествление себя с брахманом, да? Хорошо. А кому еще что откликнулось? Пожалуйста. В самом конце там Шопапада говорил о том, что Кришна он находится в сердце каждого живого существа и даже в сердцах спекулятивных мыслителей. То есть
несмотря на то, как относится живое существо к Кришне, Кришна все равно присутствует в его сердце и заботится о нем, поддерживает его существование. Да, спасибо. Еще. Да, да. Шилпрапада где-то в середине говорил о том, что сейчас, в наш век, невозможно проводить такие жертвоприношения Раджасу и Яги, потому что, во-первых, нет такого царя, вот, что не хватит денег на это, то есть нет таких средств, и нету квалифицированных жрецов или браманов, которые могли бы взять ответственность за проведение таких жертвоприношений. Спасибо. Я говорю, преданные они удивительные, у них трансцендентная память, прямая связь с Господом. Кому-то еще что-то отозвалось, что мы, может быть, сейчас не озвучили в комментарии Шилы Прабхупады. Я бы обратил внимание, здесь тоже, может быть, уловили, может быть, трудно воспроизвести. Слово такое. Идея антропоморфизма не имеет отношения к Господу Кришне. Знаете, что такое антропоморфизм? Перед этим подсказка была, что некоторые думают, это вот из мыслителей, да, спекулятивных, что вот Господь был человеком, потом стал Господом, его почитают, Шрила Прабхупада говорит. Или наоборот происходит, когда он приходит в общество, он перестает быть Богом. А следующая логическая цепочка, значит, я тоже, когда умру, могу стать Богом и слиться с Браманом. А может быть, стать Бхагаваном, для кого-то даже идея присутствует. Так вот, антропоморфизм – это и есть вот эта вот идея трансформации. Вот сейчас я Бог, но немножко забыл, потом умру, вспомню. Такое бывает, со мной каждый день это бывает, что-то забыл, вспомнил. Поэтому нет сомнений, вспомню. Так вот, Шрила Прабхупада говорит, что нет. Дорогие, это совершенно не так. Господь Кришна был, есть, будет верховной личностью Бога. И как Шрила Прабхупада говорил, и другие проповедники это часто повторяют, вот, к сожалению, это место занято, все остальные свободны, а вот это занято, поэтому не стоит напрягаться по этому поводу и сокрушаться или надеяться. Хорошо, теперь... Давайте для того, чтобы нам как-то привязать это к нашей повседневной деятельности. Итак, мы с вами поняли, что раджасу и ягью проводить смысла нет нам, да? В общем-то, ни квалификации, ни качества, и помощников таких не найдем. В связи с этим, есть ли у нас повод впадать в уныние, что ну вот, ни мы не сможем, ни императоров нет таких, и коней-то белых нет нормальных, не дойдут дальше, чем из деревни. Съедят млечки. Что нам-то делать тогда? У нас свои яги есть. Да, в этот век другая яги. Так. Откуда вы это взяли? Шичитани Махапрабху. 500 лет назад. Молодцы, хорошо. Не проведешь вас на Микине, на Раджасу и Яги тоже не проведешь. Да, то есть прекрасно. Господь о нас позаботился. А в каком стихе 18 главы Кришна дает наставление Арджуне о том, что необходимо памятовать Анну? В 65-м, да. Как он звучит? Всегда помни обо мне, да, поклоняйся, стань моим преданным. И тогда чего ты достигнешь? Меня, да? Да, тогда ты достигнешь меня. Поэтому Кришна Бхагавадгите дает эти наставления. Здесь Пишмадева их подтверждает, что помня о Господе, который присутствует везде, он видит. И для нас с вами железное правило существует, что если мы будем повторять святые имена, если мы будем участвовать в Санкиртана Яге, то памятование о Господе нам обеспечено. Потому что давайте перечислим несколько из видов преданного служения, какие есть. Шраванам, киртанам, смаранам, падансеванам. Молодцы, все великие пандиты. Вас майя не собьет с пути, я надеюсь, меня тоже, благодаря вам. Итак, нам даны 9
видов преданного служения, да? И это нас должно вдохновлять на что? Что мы, на то, что мы не соскочим с этого пути. Но еще важный момент всего этого события, всех этих видов служения, как мы должны это практиковать, в одиночку или в коллективе? В коллективе, совершенно верно. Даже раджасу-яги проводилась в коллективе, где были приглашены великие мудрецы, великие цари. И я немножечко сделаю отступление. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что о ваших и шудрах здесь не упоминается, потому что их даже не приглашали. Дискриминация какая-то, да, как бы наблюдается. Что происходит в Кали-югу? И мы с вами, может быть, даже более старшее поколение, чем мы, прошли эти замечательные стадии, когда шудры пытались управлять государством, это Советский Союз, хотя кшатрии там вмешивались в определенных этапах, но идея была такова, что каждая кухарка может стать правителем государства. То есть вот такое было философское заблуждение. Но на самом деле демоничные люди стояли, управляли властью за ширмой этих лозунгов. То есть революция состоялась, шудры с восторгом восприняли это. Раз нас на раджасу и ягу не приглашают, мы сами установим правильные жертвоприношения. Церкви разрушим, все разрушим и поставим свой мир. Следующий элемент, который тоже по очередности, конечно, можно говорить о буржуазных революциях, которые проходили на смену монархий. Но так или иначе, сейчас снова засилье вайши идет, мир капитализма. Идея пытаться управлять. Но, как мы видим, это управление заходит в тупик, и на сегодняшний день мы имеем то, что мы имеем. Наряженные в царские одежды правители пытаются рулить нашим настоящим и нашим будущим. Очевидный факт, что с миссией Господа Чайтани, с исполнением его предсказания наступления Золотого века и с неким частичным возрождением Варнашрама-дхармы, институты кшатриев и браманов будут возрождаться. Поэтому для нас с вами, всех шудр по происхождению, по большому счету, о том, о чем говорит Шрила Прабхупада, но имеющих оттенки качеств тех или иных варн, все-таки проявленные, необходимо их развивать, применять и пытаться в некой степени восстанавливать варнашрама-дхарму, пытаться это делать. Почему? Потому что запрос от общества идет на то, чтобы все-таки порядок и цивилизация были восстановлены в этом мире. И кроме как через воспевание святого имени, через совершение этой яги, это никак по-другому не сделать. Более того, не стоит отчаиваться, что что-то не будет получаться. Есть такие категории, которые находятся вне варн и ашрамов, но имеют ли они шанс на то, чтобы вернуться или стать чистым преданным? Да. Смелее, пожалуйста. Да, совершенно верно. А кто об этом говорит? Господь Чайтани, да, говорит. Можете своими словами передать, как он это озвучивает, что... Как приказ там звучит Господа Чайтани, что имеет ли ограничение повторения махамантры для классов людей, или все ее могут повторять? Все могут повторять, да. Дим, помните, нет? Стих про то, что неважно, шудра ты, випра, да. Брама, киба, випра, но если ты познал Кришну, то ты можешь стать гуру. Да. То есть для нас это с вами спасительный круг того, что и в то же время это для нас с вами призыв к ответственности для того, чтобы выполнить приказ Господа Чайтани. Я приказываю всем и каждому повторять святые имена и раздавать их. Это неотъемлемые два условия – повторять и раздавать. Иначе мы станем скупцами, крипанами. А почему брать ответственность? Потому что еще приказ Господа Чайтани, я приказываю каждому стать гуру. Речь идет о том, что на нас с вами, на калиюжных, таких хромых, больных, безответственных, но замечательных преданных, лежит ответственность продвигать этот путь.
Господь, читание вдохновляет это через аллегорию дерева и садовника, и плодов, которые он раздает. И в этом ключе нам с вами, почему, опять же, вместе необходимо это делать, находить свое место, применять его и передавать этот опыт другим, для того, чтобы это движение расширялось. В ходе медитации на этот процесс пришло такое понимание, что мы с вами как буравчики такие в армии Господа Чайтаньи. Мы все занимаемся общим делом, но каждый из нас имеет определенную индивидуальность, и поэтому он вкрапляет в общество, в это проявление в материальном мире свою индивидуальность, выполняя общее дело, повторяя святые имена и раздавая их другим. И это выглядит в совместной деятельности, в совместном служении. Я всегда с этого места повторяю вот это утверждение, что нам необходима санга. И вы знаете, вот опять за эти периоды, которые проходят там между лекциями, между встречами, снова убеждаешься, что это действительно очень актуально. Очень многие преданные страдают от того, что не имеют санг. Независимо от того, сколько лет в сознании Кришны, независимо от того, на каком духовном уровне они находятся, начинающие это преданные или это старожилы преданности, как только преданный лишается санги, он слабеет и выпадает из обоймы. И поэтому в первую очередь для себя я говорю о том, что не сходить с этого пути, находиться в санге. И вас призываю тоже к этому, искать эти санги. И еще не спекулировать тем, что или не давать себе поблажку тем, что ну вот санга не соответствует моему духовному уровню, или ну нет такой квалификации общества, чтобы дать защиту, прибежище. Или нет такой возможности у общества, чтобы мои гениальные способности применить в этом обществе. Вот, чтобы таких иллюзорных мыслей не возникало, просто руководствуйтесь принципом, что здесь и сейчас мы достойны того, что есть, того, что нам дается, и мы находимся в тех условиях, в которых мы достойны находиться и которых... в которых проливается нам милость в форме общения с преданными, в форме общения с садху. Потому что принцип садху проявляется через все уровни преданности. И вот слушая Кот Сампрадай и Бхакти Веденга Сами Махараджа, акцент он делает о том, что сознание неофита – оно сложно для восприятия последующих ступеней всей вот этой вот гармонизации общества, всего его устройства. И это вот настроение, я бы хотел на нем сегодня акцент сделать небольшой, что как можно понять, неофит ты или нет, очень простым способом. Если ты чувствуешь свою значимость, если ты чувствуешь, что тебя не понимают в обществе, если ты видишь, что тебя не слышат, если ты ищешь подтверждение с своей платформы у многих преданных и не находишь ее, и так далее, можно этому продолжать список, то это значит устойчивое и твердое положение неофита, и это хорошо. Нужно просто знать, что на этом уровне надо делать. Нужно стремиться получить инициацию для того, чтобы присоединиться авторитетно к цепи ученической преемственности и для того, чтобы получить милость духовного учителя. Далее общество, во-первых, общество поможет для получения инициации определенно снять грани с наших сердец. Второй элемент – это то, что, находясь в обществе, мы вынуждены будем следовать ценностям, традициям, которые в нем утверждены.
Самое удивительное, что в каждой общине есть свой характер, свое лицо, своя специфика, и мы не случайно с вами оказались здесь, в этом месте, потому что для нас Господь подготовил это место, чтобы мы смогли развиваться и практиковать. Затем, получив инициацию, мы можем начать поклоняться божествам. Это очень благоприятно. И одно из настроений, даже получив инициацию, поклоняясь божествам, это Бхактивинода Сами Махарадж говорит, что вот есть мой духовный учитель, есть мои божества, ну и еще есть некоторые преданные, которые меня понимают. Все остальное не имеет смысла. Еще есть одно заблуждение, что чудеса на алтаре начнут, божества на алтаре начнут творить чудеса. Что вот они как-то проявятся, и такие, знаете, сентиментальные нотки появляются, что вот Кришночка стоит, я вот ему там поклоняюсь, и вот у меня такие уже отношения, расы прям вот я чувствую, развиваются. Это все спекулятивное рассуждение. Все поклонение на уровне конишки или неофита, оно сводится из чувства долга. Все остальное – это сентименты и спекулятивные рассуждения. Проявление Господа возможно со следующих ступеней Мадхьямы, Утта, Мадхикари. Поэтому не стоит в иллюзии находиться, что ой, вот сейчас ручки, наверное, пошевелит. Вот стоит Господь, ой, так улыбается, вот прям лицо у него такое сегодня. Надо понимать, что это наши домыслы, это игры ума. Поэтому для этого как раз и есть квалификация санг, которая помогает нам не съезжать на этот уровень. И чем еще опасно? Потому что годы проходят, проходит эйфория, вот эта начальная стадия преданного служения. И потом начинается титанический труд, но труд не по борьбе с преданными, а по работе со своим сердцем. Но часто преданные начинают претендовать. Я уже вот 3 месяца в сознании Кришны, а меня почему-то еще не уважают. Тогда одену вайшнавскую одежду. Ага, все равно не уважают. Тогда получу инициацию. Угу, все равно нет почтения. Тогда надо вторую получать. А если не дадут, вырвать ее. Опять что-то не работает. Потому что на самом деле Кришна в сердце недоволен настроением. Все является следствием нашего правильного умонастроения, все внешние события. Если оно правильное, то все приходит своим чередом. Более того, чем зрелее сознание преданного, тем он более недостойным себя чувствует. Но тут опять есть крайность. «О, я самый падший». Помните эту фразу, да, которую Шрила Прабхупада сказал? Ну что ж ты так о себе высоко думаешь, такого высокого мнения? Поэтому санга все подровняет, все подрихтует и сделает. И я к чему это веду? Что годы в сознании Кришны, даже десятилетия, не гарантируют нам успеха, если нет санг, если нет служения, если нет участия в миссии. И поэтому используйте те возможности, которые наше общество нам предоставляет для получения этих санг, для возможности применения своего служения. Потому что у нас путь садана бхакти. Это наша традиция, это наш путь. Мы основную часть своей жизни проводим на этой платформе, в этом сознании и в этих усилиях. И только пройдя ступени анартха-неврити, мы можем на что-то рассчитывать. Все остальное – это сплошная борьба, сплошные несоответствия, разочарования и так далее. И общество в этом является колоссальной помощью и основной помощью. И Бхактисиддхасвами Махарадж в своей книге «Община сердца» пишет, что мы получили науку отношений в духовном мире. И теперь наша задача – научиться развивать их здесь. Это ответ на все вопросы. На совершение яги, на общение, на служение, на жизнь просто. То есть нам по-другому просто не научиться жить, если мы не будем иметь отношений с преданными, с непреданными, с полупреданными и так далее. То есть у нас нет другого пути, кроме как учиться, развивать отношения и
качественным переходом будет это переход на другой уровень нашего сознания и наших отношений в нашем развитии. Не думайте, что мы где-то там на лавочке, сидя за колонной, повторяем эхо-мантру в уединенном месте, качественно сделаем скачок. Оп! И уже пхава, ступень. Вот я как наповторялся имя, что меня сама судьба перенесла на новую ступень. Нет, наш путь вот этого притирания. И пример тому тоже в читании Чаритамриты, когда преданные воспевали вместе с Господом святые имена, и другие жители Навадвипы тоже привлекались, но эти воспевания были закрыты, их не пускали, и тогда они вопрошали, что же нам делать? Мы-то как можем участвовать в харинаме? И они получили ответ, что повторяйте святое имя дома. И для чего это было дано? Какие есть идеи? Чтобы помнить о Господе, хорошо. Очистить сердце, да. То есть их не пускали не потому, что ими не пренебрегали, а потому что нет понимания величия киртана. Для этого нужно индивидуальное очищение, но соизмеряется оно совместным воспеванием. И поэтому это два неотъемлемых элемента – индивидуальная практика и совместное служение, которые не исключают друг друга, а дополняют друг друга. Это мы тоже, это важно нам помнить в нашей повседневной деятельности и применять. Поэтому важны 16 кругов, 4 регулирующих принципа, благоприятные привычки для нашей садханы. Я этот пример часто провожу. Важно быть квалифицированным футболистом, но командным игроком. Потому что если мы будем хорошие спортсмены, но в команде играть не можем, толку от нас нет. И в то же время, если мы хромые, кривые придем в общество и будем за все браться служить, на харинамы ходить, то кроме антипроповеди от нас ничего не будет. Потому что мы не будем являться носителями той чистоты, той культуры, которую мы пытаемся проповедовать. Поэтому это параллельные процессы, одновременные, и их необходимо развивать. Вот, к сожалению, эту лекцию я сегодня дал в форме лекции, мало я вас задействовал, но, тем не менее, в конце я все-таки попытаюсь вас немножко подергать тоже такими вопросами, что, которые бы помогли нам вместе осмыслить, а как мы можем сегодня участвовать вот в этих вот процессах, да, индивидуальной практике и совместной. Пожалуйста, ваше предложение. Мы можем устраивать санги дома, если у нас есть возможность. Это не обязательно могут быть в активрикше, потому что это очень серьезная и большая ответственность. Угу. Но можно проводить хотя бы раз в месяц или раз в неделю какие-то санги. Угу. Женские. Например, женские санги. Хорошо, спасибо. Вечером просто созвониться сегодня с друзьями и пригласить их на чай или там, ну, фрукты просто принести, предложить Кришне, просто пообщаться. Почитать Бхагавад-гиту. Да. Ну, непринужденно так побеседовать. Да. Это тоже очень здорово. Просто это очень благоприятно, вечером. Да. А если это делать регулярно, то это становится садханой. Это становится ответственностью. Смотрите, как настроение меняется. Вот один раз собраться там в год, на Новый год, никакой ответственности практически. Ну, собрались, забыли, разошлись. А собираться раз в месяц уже посложнее, да, уже... Может, у тебя соберемся сегодня, да, там, вот. У меня семья, дети, вообще полы не мытые, 3 недели уже. Да, то есть это все вспомогательные, замечательные факторы. Еще какие идеи есть? А у кого дома нет квартиры, тоже пригласить нет, там, как можно поучаствовать? Можно пойти на харинаму. Можно пойти на харинаму, прекрасно. Еще какие есть предложения? На санкиртану сходить есть возможность? Конечно. И желание есть. И желание, и возможности. Не у всех способности есть, это факт, но возможно, можно сходить. Послужить вашими есть возможность? Всегда нужны помощники. Готовка на воскресные пиры, на пищу жизни. Просто... Ведь
мытье ведер после программы. Мытье ведер, замечательно. Вот такое шактийное, да, это просто удивительно. Причем самые старшие преданные, они порой в это служение уходят и специально стараются нигде не проявляться. Это определенный внутренний баджан уже начинается. Но это истина, старшие такие, знаете, внутри, сердцем. Не от того, что они такие начальники там высокие, да, а от того, что вот эта грань и близость к Кришне все ближе и ближе. И хочется служить дживам, в сердцах которых Кришна, через такие виды служений. Неприметные, но настолько погружающие сердце в этот процесс, что Кришна счастлив от этих моментов. Спасибо. Есть еще у кого-то что-то добавить? Я сейчас вас еще побережу немножко. Не поберегу, а побережу. Конечно, Алексей, да. Есть у нас центр, есть у нас публичные воскресные программы, есть у нас программы на неделе. Вот сейчас вы находитесь на Шримад-Бхагаватам, вы также занимаетесь служением, потому что это слушание, это почтение, и это сохранение и приумножение той традиции, той культуры и проявление Господа Кришны через Шримад-Бхагаватам. Смотрите, у нас с вами общество на самом деле, даже общество вайшнавов шлет постоянно запросы. Забота о детях, забота о преданных, еще о ком, о здоровье, забота о возможностях давать образование, возможность трудоустройства. Какие еще социальные вещи есть и духовные? Они, о стариках, безусловно, да. О неимущих. Даже, наверное, просто подвести, например, на служение вашему. Многие преданные на машинах. Да, да. Смотрите, запрос намного шире, чем возможности общества. А кто может это все сделать? Сами преданные. Сами преданные, мы с вами. Больше никто это не сделает. Мы можем сколько угодно претензии предъявлять. Ну что, трудно вот так на машине приехать, да, преданных привезти, или трудно, что ли, на харинаму книги на санкиртану вывезти, или и так далее, и так далее. Или что трудно оказать заботу, найти квартиру там нуждающимся, такое общество там, нас как минимум человек 600 здесь находится. Что трудно на работу пристроить кому-то, я вот без работы уже там полтора месяца нуждаюсь, семью кормить и нечем. И вот эта вот претензия, она звучит, и она звучит у нас из ложного эго к этому миру, к материальному миру, к Господу. А принцип заключается в том, что а что я могу сделать для этого общества, чтобы оно немножко стало лучше, чтобы оно стало расширяться, чтобы оно больше проявляло теплоты, милосердия, правдивости, аскетизма, то есть самого Господа. И если мы так будем медитировать и пытаться что-то делать, помните вот эта фраза, что «я хочу спасти весь мир, но если рядом со мной близкие люди страдают, то, значит, моя миссия обречена, по большому счету». Поэтому давайте начнем с малого. Подумаем, а что я могу на своем месте, находясь в сегодняшнем состоянии, в сегодняшних возможностях, улучшить в этом обществе, улучшить в наших отношениях, улучшить в своей семье, в своем кругу друзей. И если эта медитация будет, то тогда у нас в момент смерти есть шанс вспомнить о Господе Кришне. Потому что я не зря говорил о неофитстве, о каништхе, потому что общество в основном состоит из этого уровня сознания. Более того, священные писания, которые оставляют нам ачарьи, учителя, мудрецы, на 70% адресованное к этому уровню сознания, для того, чтобы нас с этой платформы перевести на более высокую. Поэтому такая просьба, что давайте продолжать каждый день медитировать на перемены в сердце, на перемены в нашей деятельности, на перемены в отношениях, на перемены в нашем пути –
который мы выбрали, которому мы следуем, в сохранении и расширении санг, предоставлении этой возможности. И я бы, наверное, завершая, хотел сказать, что почва для этого широчайшая есть. Я уже говорил, что в своих семинарах Бхактитирта Свами Махарадж об этом говорил еще лет 15 назад, во всяком случае, для русскоязычного населения, что эти проблемы существовали в обществе преданных изначально, есть, существуют и будут существовать. Но наша задача – их трансформировать, менять и улучшать. Проблемы в отношениях, трудности в применении, трудности в признании и так далее, и так далее, и так далее. Но кроме нас это никто не может изменить. Вот в чем секрет. Поэтому наше настроение должно быть не претензии, а то, что я могу дать этому обществу в форме раздающего, в форме, и, конечно, молиться о получении от Господа и от преданных полномочий, санкций, возможностей, вкусов и настроений. А для этого нужны санги. А для этого нужно учиться заботиться друг о друге. Поэтому, заканчивая на этой серьезной ноте, я прошу вас серьезно относиться к своей преданности, к своей позиции, к своему положению в обществе. От каждого из нас зависит это наше с вами общество. Спасибо. Если есть вопросы, дополнения, замечания, пожалуйста, озвучьте их. Дадим. Вы упомянули, что принцип садху проявляется через все уровни преданности. Могли бы поподробнее об этом? Сейчас есть замечательный семинар «Ученик в Искон». Он широко раскрывает эти моменты. Я всего лишь вскользь упомянул, где акцент делается о принципе гуру и ученик. И этот принцип относится к тому, что где проявляется гуру, да, в чем мы можем, где мы можем учиться. И чем выше квалификация, тем в более широких аспектах и возможностях мы можем получить наставление, получить духовного учителя через соприкосновение с этим окружающим миром. Поэтому я затронул только во фразе маленький фрагмент, что саду проявляется в сангах, если санги построены правильно, не на ложном эго, а на принципе слушания и на принципе понимания. Более глубоко, это не в рамках этой лекции, можно будет вам постичь эти аспекты, прослушав этот курс и семинары о садху Бхактитирте Свами Махараджа. Это целый аспект семинаров и лекций, как он проявляется. Я просто затронул фрагмент, что если мы с этим настроением будем относиться к сангам, то мы будем понимать, что через них нам Господь хочет что-то донести. Вот здесь вот у нас должна быть вдумчивость, медитативность и глубина. И отвечая на ваш вопрос, нужно просто вспомнить, что проблемы в санге с младшими, они в чем проявляются? Желание эксплуатировать со стороны старших, со стороны младших стащить на свой уровень. То есть, когда старший дает наставление, воспринимается, что он не понял, он недооценил возможности, он просто не понимает всей глубины, в которой я нахожусь, процесс. И поэтому, когда две стороны медитируют, что правильное нужно услышать из данной встречи, старший должен понимать, что, возможно, его мотивы могли быть нечистыми, поэтому есть некий протест. Младшие могут понимать, что, наверное, с принципом Тринат Апису Ничина не все так гладко получается. На уровне равных у нас какой дух чаще всего присутствует? Соперничество, да. Который имеет в основе своей зависть, корни и вожделения.
И поэтому соперничество хочет утвердить наше ложное эго в отношениях с равными. Если будет медитация на то, что мой друг, товарищ по оружию хочет мне донести, хотя бы на этом уровне, да, и к параматме обратиться в его сердце, что ты хочешь сказать? Господь, как правило, настроение оппонента меняется, когда идет обращение наше молитвенное в сердце. Это надо и с младшими делать, и младшим со старшими, и с равными, да, и в обращении к старшим. Тогда меняется атмосфера и меняется принцип урока, в котором мы находимся. Если через такую призму проходить, то будет понимание, как правильно строить отношения с равными. Есть действительно категории, с которыми нужны будут дистанции, с которыми надо сблизиться, с которыми надо пересмотреть свои отношения, с которыми надо сотрудничать и созидать. Для этого нужна мудрость. И это снова проявление принципа садху через вот это общение. И когда мы старших вопрошаем, а мы уже частично затронули, когда мы говорили о младших, но здесь уже с позиции младшего, я обращаюсь не за тем, чтобы найти подтверждение своим взглядом, а за тем, чтобы услышать истину. Даже если она не укладывается в рамки моего сознания, то я должен хотя бы это на потом отложить и медитировать на то, что было сказано мне и что я должен постичь. Еще такой важный принцип. Даже если этот принцип, который дал старший, неприменим, или даже он может быть ошибочен, такое тоже возможно. Но принцип уважения и правильного соблюдения вайшнавского этикета защищает младшего от оскорбления. Это можно внешне принять, выразить почтение, благодарность за то, что... Потому что так или иначе, по большому счету, старший это делает из сострадания. И по большому-то счету все хотят как лучше. Просто не всегда получается так, как хотелось, потому что у Кришны свои планы. А затем можно будет уточнить у того преданного. Вообще, поймите такую вещь, что путь Рагануга Садана Бхакти, он приходит к тому, что преданный... подходя к према-бхакти, принимает прибежище у той личности, которая дает вкус и расу. И чтобы этого уровня достичь, чистота должна быть практически идеальной. А так как у нас ее нет, мы тренируемся здесь с вами друг на другах, друг на друге, оттачиваем ее, эту чистоту. Чистоту мотивов, чистоту деятельности, чистоту мыслей и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому следующие уровни подразумевают, что если мы успешны на этом пути очищения, нас будут Кришна ставить все более сложные ситуации. И если эти ситуации возникают, значит, мы прогрессируем. Это тоже хороший фактор, не сомневайтесь в этом. Подтверждение царицы молитвы царицы Кунти, жизнь и подвиги пандавов, и так далее, и так далее. И весь Бхагаватам, в общем-то, испощрен этими событиями. Никто там, как сыр в масле, не катался, когда начал повторять святые имена. Пытались с Господом Чайтаньей путешествовать по Индии, и он оставлял Брахману Курму: «Оставайся, проповедуй здесь, не надо за мной ходить». То есть все очень жестко в духовной иерархии. И это хорошо для того, чтобы нам не болеть материальной болезнью, материального сознания. Потому что твердость, она не дает возможности сползти. И Шрила Прабхупада, комментируя стих 2.7, говорит, что духовный учитель должен, нужен для того, чтобы нас ругать. То есть его основная функция – нас взять за шкварник и трясти. Хватит мягкотельничать, занимайся служением. И он отчитал Арджуну, сказав, что, ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. То есть он дал ему указ, наставление. И истинный духовный учитель, истинный старший преданный, заботясь о младшем, по большому счету вытаскивает из трясины материального сознания преданного. Вот.
Извините, что так долго затянул. Время неумолимо летит. Если есть еще один вопрос, можно задать. Там вот задавали или нет, уже все. Да, Александра. Кришна, прямо Санкиртана. Прабу, я хотела сначала вопрос задать, а потом решила, что просто хочу вас поблагодарить. Ну, я часто очень вспоминаю ваши слова о том, что в духовном мире все очень близки, и стараюсь об этом не забывать. И сегодня вы тоже говорили, что нет другого пути, кроме как учиться развивать отношения. Шива Прабхупада Ки Джай, Гуру Махарадж Ки Джай, Нитай Гуру Премананде, Хари Бол. Дорогие преданные, удачного дня всем желаю. Давайте принесем поклоны всем вайшнавам, которые, подобно древу желания, исполняют желания каждого и полны сострадания к обусловленным падшим душам. Дима, Хари Кришна.